Добрый день. Сегодня у нас ноты 2 и замена экрана. Вот такой вот оригинальный экран идет с задней панелью. Стоит он недешево, зато качество соответствует цене. Снимаем транспортную клеенку. Вот он, видите, идет с пленкой полностью. Шлейф экрана, тактиля, шлейф кнопок. Вот. То есть, как говорится, все в сборе. И, пожалуйста. Это он в данный момент у нас включенный. Видите, экран темный. Звуки есть, но рисунка нету. Тачскрин тоже работает, но экран не загорается. Снимаем заднюю крышку. Откручиваем все болты. Карандаш. Батарейка. Таким вот образом снимаем панель. Вот. Видите. Стараемся не оставлять следов. Аккуратно снимаем, без царапин, без вмятин. Здесь у нас защелка вот такая нехитрая. Чем-нибудь тонким поддеваем. И вот так она снимается. Отстегиваем шлейф. Снимаем громкоговоритель с антенной. Вот он у нас. Отстегиваем антенну. Вот кабель антенны. Шлейф 1, 2, 3, 4, шлейф кнопки включения. Далее снимаем шлейф зарядочного гнезда. Вот он так выглядит у нас. Материнскую плату крепится черным болтом. Кабель, еще один шлейф. Вот так у нас выглядит плата материнская. Далее снимаем кабель. Этот шлейф остается у нас на месте. Снимаем шлейф включения, выключения телефона. Тут держится на скотче. Виброзвонок. Аккуратно. Вот так вот поддеваем снизу, он держится на скотче. Ну, вроде бы все снято. Осталось снять наушники с динамиком. И снимаем IMEI с наклейкой. Точнее, и наклейку с IMEI и номером телефона. Переносим. Смотрим, все ли у нас снято.
Не забыли снять датчик приближения. Крепится болтом тоже. Датчик приближения с передней камерой. Убираем в сторону старый экран. Вот так он выглядит. И все, что мы сняли, сейчас переносим на новый. Снимаем клеенку транспортную камеры. Ставим на место камеру. Зажим. Сразу прикручиваем. Клеим наклеечку на свое место. Динамик с наушниками. Виброзвонок ставим на свое место. Сложного ничего нету. Шлейф зарядочным гнездом. Застегиваем антенну, кабель антенны. Вставляем его в свое место, в свои пазы. Вот так вот. Громкоговоритель. Запылился, удаляем пыль. Кнопку включения. Это у нас держится на скотче двустороннем. Так, ее ставим на свое место. И у нас осталась, в принципе, последняя материнская плата. Смотрим, чтобы никакой шлейф не остался у нас под платой. Кабель, все должно быть, все вытаскиваем наружу. Кабель антенны. Шлейф. Застегиваем все шлейфа, прикручиваем, не забываем прикрутить плату, застегиваем кабель. Не обязательно делать все в таком порядке, как я показываю. Основная задача — поставить все на свое место. Ничего не забыть под платой, как это обычно происходит. Все, вроде ничего не забыли. Удаляем пыль. Проверим наш новый экран. Пожалуйста. Все включилось. Ставим заднюю панель. Чтобы не было никаких зазоров, чтобы работали все кнопки. Сразу проверяем кнопки звука, кнопка Home,
кнопка включения, батарею, включаем телефон. Вот он у нас включился. Ставим карандаш и закручиваем все болты. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Задавайте вопросы. Ставьте лайки, кому это видео было полезным. Сейчас у нас телефон включится, мы проверим тачскрин, чтобы он работал. Пока ставим все болты, чтобы не терять время. Телефон грузится. Пожалуйста. Клавиша работает, все в норме. Все, всем спасибо, до свидания. Заходите.